каждым годом все более остро встает проблема водных ресурсов на Ближнем Востоке. Все реки и водные источники региона находятся под угрозой, но более всего она стала заметной в случае с рекой Ярмук на севере Иордании. На сегодняшний день река Ярмук, бывшая когда-то важным источником пресной воды, превратилась в высыхающий ручей. Ученые считают, что основной причиной обмеления реки является глобальное изменение климата на планете. Недавние исследования показали, что на Ближнем Востоке с каждым годом, даже в зимний сезон дождей, количество осадков уменьшается. Если тенденция сохранится, то к 2100 году дождей здесь будет выпадать почти на треть меньше. Еще одной из причин, повлекших иссушение реки, стал бесконтрольный и нерегулируемый забор воды из нее, а также сброс в реку отходов промышленности и нечистот в угрожающих размерах. Ученые опасаются, что если не принять срочные меры в самое ближайшее время, регион может оказаться на грани масштабной экологической катастрофы. Для решения назревшей угрозы нужны объединенные усилия всех жителей региона. Нужны срочные экстраординарные меры, объединяющие людей в одну дружную мировую семью. Ведь никто в одиночку не справится с глобальными проблемами ближайших лет, будь то человек, семья, компания, город или страна. С этой целью и было создано международное общественное движение «АЛЛАТРА» – всенародное мировое движение вне политики и вне религии, которое на сегодняшний день уже объединяет сотни тысяч людей более чем из 200 стран мира. Вся его деятельность направлена на дружбу и объединение людей из разных стран через совместные проекты, взаимопомощь, консолидацию усилий в созидательных делах. Нужно исключать все разделяющее людей и изыскивать все, что объединяет людей, делает их человечнее и гуманнее во всех отношениях. Только нелюди могут противостоять такому всеобщему, реально всенародному объединению и сплоченной дружбе между народами мира. Цитата из доклада о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле. Эффективные пути решения данных проблем. Учитывая нарастающую интенсивность климатических бедствий на Земле, сейчас как никогда нам, людям, важно разобраться в том, кто мы и для чего в действительности нам дана эта жизнь. Глубокие и честные ответы на эти ключевые для каждого вопросы даны в уникальном фильме на канале АЛЛАТРА ТВ. Это больше, чем фильм. Это живая книга, сознание и личность, от заведомо мертвого к вечно живому. Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостных климатических событий в мире.